Привет-привет! Привет-привет! Мы на канале в гостях у Алисы и Егора. И мы сегодня будем делать... гравюру. Гравюру! Из серии Animals с металлическим эффектом. Ну, давайте. А Алиса будет помогать Егору? Да. Пеппа и Зайчик! Еще с нами Пеппа и Зайчик, да? Так, ну, давай, Егор, распаковывай. Посмотрим, что там за картина. Мы такое еще ни разу не делали, да? Да. Давай посмотрим, что там есть. Пеппа с Зайчиком тоже, наверное, хотят посмотреть, что там есть. Давай покажи им, пускай они смотрят. Папочка. Так, это что такое? О, это... Я же вам покажу, как они, как Зайчик поет. Это реклама, да? Поет. Это специальный, так что это такое? Вот, это такой острый карандаш. Ну-ка, покажи. А, это им ты что-то будешь делать, да? А, ну гравюру как раз ты им будешь делать. И что там еще есть? И там еще есть сама гравюра. Ну-ка. А это что нужно будет на этой гравюре интересно делать? Вот так вот ее пшик-пшик. А больше там ничего нет? Ну-ка посмотри. Еще инструкции. Ну, это мы уже знаем, как это надо делать. Так. Все, больше ничего. Так, руководство к действию. Давай прочитаю. Штихель следует держать, это штихель называется, в руке так же, как карандаш или ручку. Не стоит на него сильно давить, нажим должен быть небольшим. Большая часть гравюры заполняется короткими штрихами. Ну так, короче. Место на основе, залитой сплошным серым цветом, не обязательно процарапывать полностью. Можно сделать своеобразную штриховку. Вот штриховка, как на рисунке показано, да? Вот так вот показано. Вы можете не повторять каждую черточку на основе. Главное – соблюдать направление штриха. Мусор, образующийся при поцарапке, нужно время от времени аккуратно стряхивать с гравюры и убирать. Также необходимо периодически снимать царапанную краску со штихеля. Так, ну что, давай, пробуй. Стряхивать вот сюда будешь, наверное, да? Вот, ну, чтобы мусора не было. А это может делать и ногтем, вот видишь? Нет, ну ногтем, у тебя же ногти тогда будут какие-то грязные. Давай, пробуй. То есть это... Ну-ка. Ну, здорово, прикольно. Это ты, получается, должен каждые черточки вот эти снимать, да? Да, я ребятам покажу, как Ясно. Мой зайчик, как мой работает. Ребятам покажешь, как зайчик твой работает? Ну, давай, покажи. А как он работает? Он у тебя поет. Да. Ну, пока Егор у нас будет гравюру делать, Алиса будет нас развлекать зайчиком. О, как зайчик здорово пел, да? Еще есть Пеппа. Да? Он так прыгает, зайчик? Да, не любит прыгать. Любит прыгать? Да. Пык-пык-пык-пык-пык. Ну да, зайчики они все любят прыгать. А что там у зайчика, морковка или что там в руках? Это его сердечко такое. А, это сердечко такое у зайчика? Да. Что, Егор, получается? Да. Ну-ка покажи, что получается. Сейчас. Ну, то есть это вот черный фон остается, а ты процарапываешь вот эти вот... Да. А, ну здорово. Ну давай, работай. Я хочу снять браслетик. Браслетик? Ну снимай. Алиса нас пока будет развлекать. Да? Голову только повыше держи, Егор. Ну давай, Алиса, тогда ты нас развлекай, пока Егор делает картину, да? Там у тебя еще свинка Пеппа есть? Она ничего не делает. Ну, а ты про нее расскажи, что она там, что она вообще умеет делать. У нее же много мультиков есть, да? Ты же любишь мультик свинка Пеппа? Она липучка. Нет, на стену она не прилепится. Она лепится на такую, на гладкую поверхность. Вот на стул, может, она прилепится. Или на стол. О, смотри, да, да. А, только упала она. Где Алиса спряталась? Ку-ку. А что свинка Пеппа вообще умеет делать? Ты же любишь мультик? Хрюкать? Да. Понятно. Она умеет даже играть и спать. Играть и спать? Да. А у свинки Пеппы есть друзья или семья? Нет. Как это нет? А мама с папой у свинки есть?
У свинки Пеппи нету? Есть. Как это? Мама свинка, папа свин, мультики. И а? Братик Джордж. Братик Джордж. Разве нету, Алиса? Нет. Как это нет? Она сама по себе что? Нет, в мультике, не здесь, а в мультике. Здесь-то понятно, что одна свинка Пеппа у тебя. А в мультике есть? Да. Да? Они еще хлопают. Вот так. Как? Папа сын и мама сынка любят хрюкать. И прыгать по лужам. И прыгать по лужам. А как они хрюкают? Папа свинки, сын, свинки. Мама... Папа свинка и мама свинка как хрюкают? Короче. Так они хрюкают? Да. Здорово. Интересно. А что там? Ну, наверное, не хочет прилипать. Как он ее любит прилипать. Любит? Ой. А как свинка Пеппа прыгает по лужам? Вот так. Пыг, 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 пыг. И упал. Свинки Пеппа это любимое занятие прыгать по лужам, да? Да. Когда Пеппа ходила по пешку, когда она прыгала по пешку, ей было очень больно. По песку, когда она ходила, ей было очень больно? Да. А почему ей было очень больно? Ну, потому что она упала на землю. На землю упала? И ударилась, что ли? Да. М-м-м. Как в мультике. В мультике? Да. Корнашки-чевич, как в мультике говорили. Да? Корнашки-чевич. Это что такое? Это же мультика «Хурнашки Чевич», это называется «Свинка Пеппа Хурнашки Чевич». А, это серия такая про свинку Пеппа, мультик есть? Да, ну, папа не знаешь же. Знаю. Нет, ну я не знаю, это ты же смотришь эти мультики. Я такие серии не знаю. Я знаю, что есть мультик «Свинка Пеппа», а какие там серии есть, я не знаю. Смотрите, ребята. Ребята смотрят на тебя очень внимательно. Как у тебя свинка Пеппа играется. А что там? Что там? Даже Бэби-Бен. Бэби-Бен, да, даже у Алисы есть. Он пищит, и когда ты его наклоняешь, когда он пьет, когда он пищит на горшочке. Да? Да. Да, то есть он умеет пить и пищить на горшочек, да? Да, розовый. Да, розовый горшочек. Вот, вот. Да. Вот-вот. Да, там. Ну, мы его потом посмотрим. Да. Хорошо. А что-то у тебя зайчик обиделся на тебя, ой, наверное, вниз лицом стоит, кверху попой. О, опять он обрадовался, что Алиса с ним играется, да? Смотрите, как он умеет. Смотрите, ребята. Смотрите, как он умеет. А что ты его на голову-то поставила, кверх ногами? Он так умеет, делать. Да? Да. И вот так назад, когда он будет на лапке. Отличие, ребята, смотрите. Ой, какой веселый зайчик, да? Алиса нас веселит, пока Егор делает. Вот, здорово получается. Ну давай. Ну это трудоемкая работа, да? Правда, тут что-то слишком царапано. Ну ничего страшного. Будем думать, что так и должно быть. Ой, как у нас весело. А свинка Пеппа куда ушла? В гости, да? Нет. Пока зайчик с Алисой прыгают, свинка Пеппа решила пойти в гости. У нее нет гостей. Как это нету гостей? Совсем нету гостей? Нет. А ведь Косюся. У меня нет игрушки друзей. Нет игрушки друзей? Нет. А, ну а в мультиках-то есть? Да. А кто у нее в мультиках друзья, свинки Пеппа? Эмили Сьюзи. А Эмили это кто такая? Это Эмили называется слон. Эмили называется слон? Да. А Сьюзи? Это называется Сьюзи. Это вот это овечка Сьюзи. А, овечка Сьюзи? Да. Здорово. Вот видишь, сколько друзей у свинки Пеппа. А еще есть у свинки Пеппа брат. Да? Да, братик Зойчик.
братик как? Джордж? Да, Джордж. Джордж. И мама свинка, и папа свин, да? Да. Ну, ясно. Алиса всех персонажей из мультика рассказала про свинку Пеппу, да? Ну, все друзья есть, только Ребекка называется. Ребекка? Да, еще Ребекка есть. Это кролик. Кролик Ребекка. Кролик Ребекка? Да. Так, ну давайте посмотрим, что там у нас Егор делает. Ну-ка, Егор, голову подымим и посмотрим, как ты там, что ты там рисуешь. Вот, здорово получается. Ой, это кто, свинка Пеппа к нам пришла, что ли? Свинка Пеппа, дай мы посмотрим, как там Егор делает картинку свою. Свинка Пеппа, иди в гости. Все, свинка Пеппа, уходи. Хрю-хрю, хрю-хрю. О, ну все, ладно. Все. Давай, Егор, дальше делай. Здорово получается, красивая картинка. Где не мой на ушки одеть браслетик? Ты браслетик зайчику на ушки одеваешь? Да. Ну, давай, одевай. На ножку была так нечистенько. На ножку? А что ты, на ушки будет браслетик у зайчика? Да. Смотрите, ребята. Смотрите, ребята, здорово Алиса придумала, да? Пока Егор там делает красивую картину, Алиса тут со зверюшками развлекает нас, да? Ой, Алиса, ты где? Ку-ку! Алиса, ку-ку! Вот она наша Алиса! И свинка Пеппа пришла в гости к нам, да? Оп! Оп! Она не будет держаться, Алиса, она сейчас опять упадет. Нет! Да! Нет! Упадет! Будешь ловить? Поймала. Поймала? Да. Ну давай ее на стол сюда, чтобы все видели, как она. Она же тоже хочет играться? Что она там будет висеть? Поймала. Поймала? Да. Ну молодец. Ой. Так, ну что, мы маленько ставили на паузу, потому что это очень кропотливая работа у Егора делать гравюру, да? Алиса тут нас продолжает развлекать. Да? С Пеппой. И с кем еще? С зайчиком, да? Прилипла наконец-то к стулу свинка да. Пеппа. Егор, ты нам покажешь, на какой ты уже стадии? Сейчас покажу на стадии. Так, сейчас посмотрим, что там он делает. Вот уже какая красивая получается. Ну-ка. Так, ровненько поставь. Ой. Подожди. Это бликует. Вот, вот уже. То, что золотистое, это получается... Ну-ка, покрути вот так вот. Во-во-во-во-во. Нет, ровненько поставь. Вот. Так, свинка Пеппа, уходи пока отсюда. То, что золотистое, это у нас уже готовое, а то, что еще серое. Свинка Пеппа, уходи отсюда, не мешай нам. Свинка Пеппа, ну-ка, уходи отсюда, свинка Пеппа. Мы картину смотрим, сейчас посмотрим картину. Да, то, что серое, еще не доделано, но уже половина картины сделана. Так, свинка Пеппа, все, иди гуляй. Ну что какая, мешаешь нам работать. Да, красивая картина получается. Давай, Егор, дальше доделывай. Все, хрю-хрю, иди, свинка Пеппа. Вот это вот чисто. Это обратная сторона. Ну давай, дальше делай, Егор. Так. А мы что, прилипло? Да. Да? Здорово. А вот так зайчик... А зайчик не прилипает, да? Да. Он потому-то он поет песню. Он такой... Какую он поет песню? Вот это. Я забыл, что у него песня такая. Так, вот наш художник рисует. Красивая гравюра у него будет. Потому что уже основную часть мы видели половину. Зайчик поет, да, у Алисы. И она получается очень красивая, эта гравюра, да? Гравюра тигр будет у нас. Гравюра амурский тигр. Гравюра амурский тигр называется? Ну ясно, там много гравюр. Это называется, да, гравюра амурский тигр. Еще тут есть. Который занесен в Красную книгу, да, потому что их очень мало осталось на планете. Еще тут есть обезьяна-носач. А, обезьяна-носач. А, кстати, это не про не тот амурский тигр, который с козлом Тимуром. А, в зоопарке живут вместе. Может. Наверное, там же тоже амурский тигр. Да. Тигр Амур и
Козел Тимур, да? Да, кошел. Наверное, там тоже ямурский тигр, которые подружились в зоопарке в Приморском. Так, тут есть алянский маламут. Ну, да. Много там, короче, животных всяких, да? Вот! Вот, Алиса нашла. Да, нашла. Кот, кот рыболов какой-то странный, попал в корпус леопарда. Ага. Ну, ясно. Ну, ладно, давай, продолжай работу. Да? А мы что будем делать? Мы с Алисой пойдем играться, да? Да. В игрушки. Пока Егор нам рисует, и мы потом уже снова будем смотреть, когда Егор будет заканчивать, чтобы посмотреть. Свинка пойдет гулять? Да? Свинка к нам в гости пришла? Привет, Свинка! Свинка, привет! Ты что, к нам в гости пришла? Да. А где твой братец Джордж? Где твой братец Джордж? Ну и нету игрушки братика Джорджа. Нету такой игрушки братика Джорджа? Да. Надо ее найти. Нет, надо там в другой домик поехать, чтоб няня мне подарила братика Джорджа, маму Финку, папу Шену. А, в другой домик поехать? Понятно. Это няня тебе подарил, да? Да. Я хочу еще друзей, чтобы... Еще друзей? Да. Но надо их поискать. Нет, надо поспать долго в другом домике, чтоб няня их мне подарила. Друзей Пеппы. Ну, понятно. Ты когда проснулась, а няня тебе подарил, да, свинку Пеппу? Да. Я хочу еще одну. Понятно. На другой. Няня, это же Егор у тебя, братик твой, да? Я хочу еще другой домик поехать, чтобы папа, чтобы нянечка мне подарила еще всяких нянечка, игрушек. Нянечка, ты подаришь еще всяких игрушек? Да мне, Пеппу. А, нянечка? Ну, я попрошу папу денежки, куплю и дам. Ну, ясно все тогда. Ну что, Алиса, пойдем играться? Да. Ну пойдем. А Егор у нас будет рисовать дальше. Сейчас мы через какое-то время посмотрим, что у него за картина получилась, да? Да. Так, ну что, прошло еще какое-то время, мы вернулись. Егор уже здесь заканчивает картину. И скоро будет финал. И мы посмотрим, какая картина получилась, да? Смотрите, у Алисы везде игрушки. У Алисы везде игрушки тут. Зайчик поет. И свинка Пеппа рядом с Алисой, да? Алиса хорошо поиграла сейчас? О, свинка Пеппа упала. Она, наверное, собралась пойти погулять опять. Да? А давай я вам на полу... Ребятки, покажу, как я умею делать. Ну, потом ты покажешь, как ты умеешь делать. Сейчас же у нас Егор картину доделывает, да? Алиса, не упади, сядь хорошо на стульчик. Ой. Ой. Ну, что там, Егор, у тебя осталось? У меня везде игрушки. Везде игрушки у тебя? Да. Ну, заметь. Пеппа и заяц. Пеппа и заяц? Зайчик все поет и поет у Алисы, да? Ой. Да, да, он настоящий певец. У меня везде игрушки. Покажем нашего художника. Полный рост. Да? Сейчас посмотрим, какая там картина. Ой. Ой, зайчик упал там у Алисы. Смотри, не упади, я тебя сейчас сам достану. Держи зайчика. Так, свинка Пеппа, ты опять к нам в гости пришла? Да. Свинка Пеппа, давай посмотрим, какую Егор картину сделал. Все, Егор, доделал, да? Свинка Пеппа все хочет перед камерой покрасоваться, да? Свинка Пеппа, ты поиграла? Иди, посиди, посмотри на картину. Егор будет показывать сейчас, какую он сделал картину. Амурский тигр. Ну-ка, давай, Егор, показывай крупным планом сюда. Я хочу. Ну, показывай, Алиса. Егор сделал... Ой, какая замечательная картина получилась. Так, ну-ка, Алиса, убери свинку Пеппу.
Так, вот получилась картина «Амурский тигр». Да? Так. А может еще? Ну-ка, поверни ее еще, а то бликует. Вот так вот. Ага. Замечательная картина получилась. «Амурский тигр». Гравюра. Да? Ну что, хорошо Егор потрудился. Алиса составила Егору компанию. Говорим всем пока-пока. Пока-пока. Вы были на канале в гостях у Алисы и Егора. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. А Алиса у нас спряталась. Пока-пока. А где мы рамку не найдем еще?